сейчас на видео буду снимать, а ты так заводишь его. Скажешь, ни хрена себе перебрали. Вот движок перебрали. В общем, со всеми установками, фиговками все обошлось. Почти 150 тысяч. Сцепление еще поменяли полностью. 150 тысяч сняли двигатель, поставили в нашем никольском моторе. Смоленский. И что-то он, у них фильтр то ли подтекает, плохо заводится. Сейчас. Все дежурные работы, вот это, конечно, я бы поругался бы. Вот, что я в прошлом видео говорил, как она хлопает, она бьет об эту. То есть при закрывании, вот тут уже вмятина, вот она упиралась. Пришлось вон там наваривать, но это я уже показывал. А крышка хлопает под собственным весом. Ну, плохо, что здесь... Ключом они открываются эти. А у нас плохо закрываются. В общем, и то плохо, и это. Вот такой вот ремонт. На немцы, конечно, мне кажется, проще меняются пальцы. Пальцы подборщик. Вот так меняют. Ну, снимаю сейчас этот пресс. Заодно в одно видео выложу и покажу вместе с тем видео. Все в одном сделаю, опять в хозяйстве Панина. И снимаю его. Вроде все работает. Вот. Вот у него цилиндр, вот только на подъем. А эта крышка хлопает. Ну, возможно, что надо поставить этот клапан тот перепускной. Ну, вот так вот. Пока так. По-моему, его и не поставили еще. И вот они 5-6 рулонов в день мотают на хозяйство. Сенаж, сено, вон этот, вальцы. Этот-то почистить надо. Вот есть эти полосы на вальцах. Более-менее чистые, а нету, вон за этот забивает. И боковины забивает. Пастух приехал на таком жеребце, и вот рядом еще один хуй. Вот какой молодец, вот какой молодец. А сена не дали, скажи. Иди принеси ему, Серег, сена. Сейчас посмотрим. Вот этот учебный. Сейчас я даже посмотрю, как он. 78-79 год выпуска, 80L. Не знаю больше никаких обозначений, но вот трубку уже одну сломали, переделали, жалко, но было все в комплекте, как положено. Надписи. Все. Скорость вращения, вращение ВОМа. Есть все надписи. Это, я говорю, это какой-то был учебный или что-то. Таблица смазки. Охренеть. О, ну это раскосы уже, конечно. Вот это я не знаю, да. Чего такие были? Кто знает, то есть пишите, прокомментируйте. Так, маленько. Наездники. На нем работали. Угу. Такие крылья. Интересные. Откуда они, что? Может, это первого образца такие, первые выпуски такие были. Учебный комбинат какой-то. Стекло шлепнули. Угу. Здесь тормозная, и в принципе все сохранилось воздушно. Идет. ВОМ я показывал. Не знаю. Кто знает, пишите. Пишите, от чего он, как он. Почему он такой был? Это мне неизвестно. А сейчас крыльчатка.
этот вылетел. Они его фиганули. Сейчас еще посмотрим, что тут интересного. Есть, ну-ка, вот этот старого образца. 10. Вроде все по родне. Опять таблички. Пускачевая. Подножка, я так понимаю, как с полтинника, так и осталась из первых вариантов. Этот выжим сцепления, тоже не знаю, как называется, пишите в комментариях. Это печка-выход такой. В кабине. В кабине еще заводом пахнет. Сейчас посмотрим. Гидроусилитель сцепного веса. Печка еще сделана. Выход туда. Ручка. Сиденье еще родное. Вон он как заборник воздушный. Все на месте. Охренеть. А это самодельно или был заборник наверх? Стекла вон. Как будто как обогрев заднего стекла. Тоже не знаю, так что пишите. Пишите в комментариях. А это что получается? С передком он был. Не знаю, сейчас Серегу позову. Спрошу. Это то ли самодельная, то ли такая первая была. Не видно, наверное, от солнца. Сейчас освещение плохое. Скорости движения. Вверх-вниз, понятно, табличка. У нас здесь висит этот. О, вот такая вот коробка переключения. 2000 моточасов, наверное. Знаю, сейчас вот у Сергея узнаем тормоза, ну все еще родной, ограничитель даже газа есть там. Интересно, интересно то, что он остался мне, во всяком случае. Почему я так снимаю? Потому что мне интересно его заводское состояние. Интересно, заводское состояние. Да, гидроусилитель, аккумулятор есть. Так что трубки. Ну, я думаю, что топливные трубки точно меняли. Просто здесь смотрю, какой-то краник. Либо отстойник тоже. И шел, стоял. Завод ближе к заводу. Интересно, вот трактора. То есть именно как они были, как должно быть. Модификация, разнообразие. Че, вон, не знаю, говорили, с полтинником одинаковые. Но, мне кажется, они разные. Сейчас посмотрим, что там. Это тяга-то и шла, да. Вот это тяга. Тяга. Ну, кто знает, тот напишет, отпишите, что это такое было и для чего это. Крышка. Навряд ли, я думаю. Что трубу меняли, крылья родные. Интересно, тракторок. Ну вот этот, который двигатель меняли, но я его вставлю сейчас тоже. Трава большая, густая трава, это дождит под зеленку. Он сейчас ей косит, наверное, бежецкой. Не делай ремнем, хана, они косят, надо поменять, сейчас скажу. Ладно, не столь важно. Вот наш ритм. Сделано в России. Смоленск спецтехника. Ну, колесико это рабочие моменты. Что-то он заводится плохо. С утреца. Сейчас я им скажу, что надо посмотреть течь.
устранить из этого. Ну. Вот так. Тушка какая. Интересная заводская. Так. Вот кабинка. Не знаю, что почем они брали. Как, чего, но вот двигатель в нашем моторе. Да, по предыдущему скажу, что же произошло с двигателем. Перевернули, провернул четвертый шатун, два шатуна выкинули, заменили, подобрали по весу. Вал был на четвертом шатуне треснутый, вал выкинули, поставили минский R1 полностью по кругу и блок выкинули. Блок был потянутый. Его не выкинули, купили такой же. В обменный фонд в моторе сдали. Они его отправили на расточку, то есть его там как-то осаживают и заново все это дело протачивают. То есть блок в ремонт отдали, чтобы нам не ждать, они перебрали на другой. Все это дело, повторюсь, опять же, вся переборка обошлась 150 тысяч. Ну где-то 30-40 можно было сэкономить на, и в плане того, что некоторые операции можно было делать самому, такие как съем двигателя, постановка двигателя, замена сцепления. За это все взял мотор. Но рассчитывайте, что ремонт двигателя это 100 тысяч, а мы смотрим только за 100 тысяч, которые еще должны ездить и выполнять какую-то работу. Конечно, круто, но такова реалия жизни. Да, никому ничего не хочу учить. Что видите, подсказывайте. Сам такой же снимаю, так как я вижу этот мир, как говорится. Ладно, пишите, комментируйте. Пока. Virax X, их новый, который я помогал брать, заказывал. Вот он их гектар 50, наверное, уже откосил. Что с ним стало? Ну, опять же, в этот, все в панинское хозяйство. Ставлю, вот он этот чехол снял, говорит, у него он траву наматывал. Ну, ничего такого я не вижу. Ну, здесь он и третий трактор. Дела вон рабочие. Вот его бока завалили. И он наматывает на кардан. Вроде как боком стоит. Вот стоит, как мне так кажется. По-прежнему в России Смоленский тоже.